Дал новость-то, что цифровые тахографы надо до 1 июля поставить всем. С этого года? А? Ну, что-то слышал, но я думал, это бредятина. Я сначала подумал, потом пришел в интернете, порылся, да, и калибровку делал вот я в Мяте на той неделе. Все тоже говорит, все, до 1 июля у вас там. Так, готовься, полтинник выкладывай. Живем. Ну, нормально, нахуй. Короче, сам тахограф херня стоит, самый дорогой, там 13 тысяч, нахуй. А блок СКЗИ 20, нахуй. А блок СКЗИ как батарейка у телефона, если там смотреть не нахер. Они и в кассовых аппаратах, говорит, типа таких же стоят, но там что-то прошивка немного другая. Но в кассовые аппараты, блядь, он стоит блок СКЗИ. Всем добрый день. Четвертая серия маршрута Москва-Ижевск. Маршрут проходит по трассе М7. Трасса федерального значения. Сейчас небольшой заторчик. Ремонт дороги, говорят. Автомобиль Шкода Рапид. Автомобиль новый. Одной до правой, парни, на Казань. Базовая комплектация. Зимняя шипованная резина. Коробка автомат. Должен сказать, довольно-таки шустрая. Без раздумий переключается 6 ступеней. Очень мягкий руль. Мягкое рулевое управление. Ведет себя автомобиль. Правый проходной, ребят. Ведет себя автомобиль хорошо, уверенно на трассе. По пунктам похуй, какой проходной. Поскольку автомобиль. Рисовали, что говорили, в левую же, блин. В левую все рыснули. Сколько не было проходной, все пройдем. В шахматном порядке. И обычно, бля, какой проходной, не есть, нихуя, блядь. Да-да. Двигаюсь со скоростью максимально 90. Ложись, расход бензина затрудняюсь сказать, потому что еще не разобрался с панелью приборов. Недостатки. Не очень хорошая это звукоизоляция шумного автомобиля. Лучше, чем Шкода Фабия. Но тем не менее шум слышен. Отсутствует подлокотник. Правая рука висит в воздухе. Нет штатной аудиосистемы. А так замечаний критических больше нет. При включении двигателя
автоматически включается ближний свет. Это пикает навигатор. Explay. Установлены две карты. Карта Navitel и карта Aido. Последнее обновление 15-го года. Есть небольшие косяки в карте. Не учтены все изменения, которые произошли на дороге, но мне нравится все равно. На панель приборов в данный момент выведена информация время, значит, какая ступень автомата включена, температура, пройденный путь, скорость, кроме спидометра, ну и уровень топлива. С панелью не разбирался, некогда было интересно знать расход бензина. Диски штампованные. Колпаки заранее снял, положил в багажник. Потому что на дороге можно потерять колпак. Только на Казань тоже занята левая полоса у кольца. Или же... А, спасибо. Или же... Хомутиками одноразовыми пластиковыми их страховать. Плохих автомобилей нет, просто для каждого водителя свои условия, свои требования. Хрен пропустит кто. Через 100 метров вглубь выполните второй Спиняга.
просто надо полагать зубаки.
там, ну, большая площадка, видишь, какой фур стоят, да. Я еще разочек продублирую, коллега. В сторону Чувашии идешь, на границе там будет заправка Арии, блядь, там площадка большая, увидишь, фуры там дофига стоят, где с правой стороны. Нормально. Ты последил бы, как детям, интересно, рыбу поводил бы.
Казань, город Лидейна. А что, с фондом в другом, в других городах по Лидейне, что ли? Хоть сказал, что в Пасхине хоть одна из Казани есть, блядь. Они все из колхозов понаехали постоянно, блядь. Ну, универсиад, наверное, приехали все. И остались. У них своя рассола. Парнишка работает с сутенером, блядь. Все блядей, говорит, в Башкирии привожу у нас. Местных вообще, говорит, нету. Из Башкирии только оттуда, говорит, вожу. Компания Лайфтрак СТО.
Тихон. 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 Thank you.
We'll be right back.
Тормозим на челны, что-то там непонятно.
добрый день, Наталья. Вот дела букой. Алло. Да. Ну да, Ижевска, 300 километров. Ну я километров темно остановлюсь на привал. А так, чтобы утром уже поздно. Они только в пробках по обочинам могут ездить, а так по дороге, так они боятся. Ну, я это, не спринтер, я не гоняю, потому что автомобиль новый. Во-первых, получил обковку и зашел. Знаю я. Постараюсь, я посмотрю на дорогу, какая будет эта освещенность, встречная машина. Постараюсь. Я просто... Посмотрим, как дорога будет, как там. Вот, например, по Нижнему, вот он сейчас потерял, вот там, просто лежит. Но сейчас мы заедем в движении. Да, я не понял, какие у вас там есть претензии. Если я машину, допустим, повредил бы там или еще что-то было бы лучше разве? Я отвечаю за... И что? Ну хорошо, я подожду до понедельника тогда, после праздника. На чем остановились? Автомобиль. Ну я постараюсь, как получится, я уже покажу. Ну сейчас едем 35 километров в час. Растянулась дорога вон до горизонта. Такое движение. Фура за фурой. У меня средняя скорость получается 8 километров в час. Ну а если нужен был бы спринтер, который бы там за сутки загнал, надо было такую заявку сделать. Не, ну вы можете позвонить в компанию, написать в компании, не вопрос. Не вопрос. Пожалуйста, жалуйтесь.
канал и все. Где выпил? А, понятно. Слушай, Вась, тут проблема возникает. Ну, это вот дама, которая в этом Ружевске, давайте срочно, что это такое, трое суток едете, вот, я напишу в компанию, вот, это не дело, до Москвы трое суток, я говорю, я исхожу из дорожной обстановки, сейчас времени полтора потерял под низу Новгорода, ну, там, ну, просто, это все на видеорегистраторе, пожалуйста, в любой момент можно поднять и посмотреть. Сегодня я выехал в 6 утра. Вот, сейчас уже вот дела бугают. Вот движение там, вот насколько хватает глаз, вот это вот скоро выстроились, и скорость 20-25 км в час. То есть движение еле-еле. И вот она сейчас звонит вот таким тоном, давайте вот немедленно, я что, в Москву не ездил, не знаю, дороги что ли. Но я исхожу из реальной обстановки. Вот сейчас осталось 300... Сейчас я посмотрю, это сколько там до Ужевска. По навигатору... Алло. По навигатору 290 километров осталось. Не, ну я могу и сегодня доехать, но последние там километры, вот сейчас сколько? 5 часов. И 3 часа московского времени, полтретьего. Вот. Ну там еще остается пару часов. Ну я не знаю, я могу приехать затемно. Я тогда машину мыть не буду. Где я буду машину мыть? Это вот спешки, спешки, спешки. Это ну как-то неадекватная какая-то. Ну, в общем, Чё, вы едете 50 км в час, что ли? Не сомнил, у меня получается и 25 км в час. Дорога сырая, осадки, ремонт дороги, говорю, движение вот от этого, от Нижнего до... Казани, это вообще... В общем, тетка вот такая, странная. Хотя я с ней договаривался, говорил, что выезжаю примерно вот так, 80 км в час. Ну, все правильно, все правильно. Это раз, во-вторых, автомобиль новый, он еще обкатку не прошел. Я еду как зеницу ока, там прошу над каждым скрипом, над каждым стоком. Алло. Ну вот такая ситуация у нас. Ладно, так. Тогда я еду до Упоровки, но... Ну, в общем, ну ладно, во сколько передам, мы прошу видеть. Алло. Ну где вот я буду ночью, да? Там в 9 часов вечера искать мойку в Ужевске, например. Не знаю города, ничего не знаю. Ну ладно, ты не расстраивайся, вообще она мне настроение сама испортила. Ладно. Ну ладно, все.
Да, я не знаю, сейчас как-то, с ума спрашиваю.